Добрый день, дорогие друзья, с вами Ромито ТВ, и сегодня у нас стимовский папк, топчик, запись со стрима, приятного вам просмотра, сделал рекорд киллов, кому понравилось, ставьте лайки, кому вдруг что-то не понравилось, поставьте свой дизлайк и напишите комментарии, что же вдруг вам не понравилось. Приятного просмотра. На арену. Пять раз попал, что ли? На той лесенке, вон он. Здесь есть. Там прямо вниз. Оп! Залетайте, ребята, в прямом эфире играем. Канал Ромито ТВ. Разозлили скоты, да, и не говори. Не, смешно просто. Я в того сайги стрелял столько раз.
Он голый и он убегает. Ну чушь, это вообще же полная. Здорово, Хасан, здорово, конечно, как не соскучился, Хасан. Как жив-здоров, рассказывай. Здесь бьют окна. В одноэтажках справа, которые стоят вдоль улиц. Вот в эту одну этажку перебежал. Перед забором бегает. Казино есть. Неудобно вообще стрелять с этого балкона. Вот здесь за забором на 250 сидит, вон он. Вот здесь вот первый. Где еще пострелил? Вот. Бежал он оттуда уже. Не стреляет он с балкона. В доме. Башку одному. Он поднимает сосед. Тот съел моего. Второй в соседнем доме от себя справа был. Дым тебе кинул. В башку скоту прилетели. Феникс, не, когда мобайл? Спасибо, норм, у меня жара, 42 градуса. В этой двухэтажке еще один. Вот впереди двухэтажка, вот он там. Первый этаж уже. Он ушел. Влево уходит. Надо его догонять.
Да ёлы, ну как так-то, да... Говорите. Так, сейчас дам. А про свадьбу кто говорил, парни? Вы, нет? Здесь еще, значит, есть. В общем, чате кто-то про свадьбу говорил. Они в казино, скорее всего, сидят. Интеллигент Шуль Феникс, базару ноль. Жаль, того скота не замочил. Помощь только дали. Поехали, вон тут машины есть в начале арены. Топи, топи, топи. Я на этом корыть не хочу ехать. Стреляют.
Здесь отряд. Здесь рядом со мной. На башку. Что, все? Да, это все. Нашли, в кого стрелять. Вон они снизу. На 310 только что стреляли этой. Розовый такой ларечек стоит еще там. Машинки, короче. Чем сейчас приедет? Беттер или что? А, не, на ред приедет, да? И стреляем, ждем, пока они встанут, будут ждать. Может, дроп упадет куда-нибудь вообще ближе сюда, к дороге. Ждем, ждем, их там двое, походу. Дроп летит. Я будем ждать, когда он туда, может, упадет где-нибудь. На крышу, может, или еще куда-нибудь. В зоне вообще. Он явно не падает туда, где они стреляли. Сейчас их кто-нибудь еще будет стрелять, там вон тачка подъезжает к ним. Тачка остановилась. Пусть их поджимают тоже с той стороны. О, нормально, дроп. А, ну можно стрелять, в принципе. Кто там около дропа сейчас сеет? Ждем, ждем, когда около дропа сядут. Они, походу, этим заняты. Кто-то решил С4 бомбануть. Давай, Феникс, давай, лучше 30. Не, пусть прыгает, тут невыгодно стрелять. Да-да, он на балконе просто сидит. Есть шанс, что они с нашей стороны сядут. Тогда мы одновременно будем стрелять. Нет, нет, о дропе никто не забывает. Он на балконе сидит, видишь, башка торчит. Он чекает дроп, не стреляй, не стреляй, не-не, бесполезно тут. Он там его поднимут потом сразу, смысла нет, позицию. Кто
Вот он там сидит на балконе, чекает, кто придет, дропу может. Слева от пятиэтажки на углу там выглядывал только что. Они, походу, между собой еще стреляются. Ой, один побежал. Видимо, в сторону дропа сейчас пойдет. Идем. Смотрим, смотрим, на мушке держим. С нашей стороны в башку стреляем. Ушла. Так и бегает там. Башку дал ему. Ну что, не стреляли, что ли? Ехать надо, парни. Поехали. Садись, давай, третий. Впереди кемпы есть, можем там остановиться. Они в зоне. Здесь кто-то есть.
Стойте аккуратно. Колеса пробивают. На втором этаже. Он на втором этаже меня выцеливает. Правое окошко, правое окошко. Желтый домик. Киньте гранату туда, второе. Прямо над тобой окошко. Правое, он там, в углу. Третий, ну ты тогда стрельни в него. Он меня целит. Там он, там он. Так, и зона, парни, где-то та тачка была, нет? Вот сюда хотя бы нам дойти надо. Да, надо вон втором бежать. Зона сейчас будет больно бить. Вот в этот ангар бежим, в ангар бежим слева. Бежим, бежим, не останавливаемся. Бежим, бежим. Виляем налево, направо, бежим. Давай, 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 добегаем нормально. Тихо, тихо. Третий, не высовывайся лишнего. Да и мы забираем. Пусть они стреляют. Раркалов, здорово! 9 киллов. Так, ну с этой стороны у нас уже никто не... Они вот за горой на 60. Идем. Где, где этот камень? Да-да, аккуратнее, аккуратнее, второй, аккуратнее. Ой. Я буду гранату сюда кидать. Есть.
одного. Давай, давай, парни. Так, его замочили здесь. Вниз спускаемся, он за камнем. Четко отработано. Четко. Четко. Базар внин. Ставим лайки, ребятки. Для вас стараюсь. С вами был Ромито ТВ.